Быстро мыться. Мыться они не желают, чтобы через 15 минут были чистыми. И один, и второй. Мыться. Очень интересный момент вот в купании щурок, то что если вы наблюдали, например, когда другие птицы купаются, они промеряют глубину лапкой. Сначала суют лапку в воду, промеряют глубину, потом плюхаются сами. А так как у щурок лапки коротышки, то есть они не в состоянии лапкой померить глубину. Он сунул сначала клюв в воду и промерил глубину клювом. Другие птицы так не делают. Именно свойственно щуркам. Вот, а теперь он, когда померил глубину, он увидел, что глубоковато для него тарелочка. Он просто плескается, создает такой вихрь-брызг, как в душе, и на себя закидывает капли. Ну что, вымылись? Молодцы, 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 молодцы. Молодцы, молодцы. Все, чистюли, теперь чистюли. К папе пришел. Он тебе мой хороший, к папе пришел. Попрошайся. Дай поглажу, дай поглажу.